О самых горячих новостях Омска расскажу вам я, Анастасия Лаврова. Здравствуйте. В редакцию программы обратился амич Сергей Игошин. Он утверждает, что его годовалый сын Семен погиб вследствие врачебной ошибки. Мальчик поступил в больницу с диагнозом ОРВИ. После поставили бронхит. Медики лечили ребенку дыхательную систему, в то время как у него шло воспаление в пищеварительном тракте. Спустя 17 дней Семен скончался. Сергей Игошин уверен, непрофессионалы угробили его здорового и жизнерадостного малыша. Минздрав же считает, что помощь ребенку оказали своевременно и в полном объеме. Следователи подключили к делу, намерены выяснить причину смерти. Наши корреспонденты подробнее. Шапочка и комбинезон теплый, в котором он ходил все время. Вещи Семена по-прежнему на своих местах. Его любимые игрушки, ползунки, одежда на вырост, ходунки. Здесь все напоминает о нем. Пухлый карапуз теперь улыбается лишь с фотографий. Семену был 1 год и 1 день, когда его сердце остановилось. А начиналось все как обычно. Температура 37, вызов скорой. Врачи скорой помощи приняли решение, что лучше отвезти в больницу. Диагноз поставили, по-моему, бронхит. И лечили его. От бронхита там делали ингаляцию. В субботу у него заболел живот. То есть как бы видно было, что он жалуется на живот, что животик у него болит, он начал плакать. После, вспоминает Сергей, врачи изменили тактику лечения. Вместо ингаляции назначили клизмы. Но ребенку становилось хуже. Из детской клинической больницы номер 2 Семена отправили в ДКБ номер 3 на консультацию к хирургу. Хирург рекомендовал продолжить ставить клизмы. В воскресенье его опять врачи со второй поликлиники отправляют в третью. Опять же на консультацию к хирургам. Хирурги опять посмотрели, потрогали. Ничего не увидели, не обнаружили ничего. И отправили опять назад во вторую больницу. Ему еще хуже становится. Он постоянно плачет, стонет. И уже бледность у него появилась. Он уже лежал, не вставал. Когда годовалый Семен уже перестал есть, его опять отправили из детской клинической больницы номер 2 в ДКБ номер 3. Там сутки врачи наблюдали за умирающим ребенком. После сделали операцию. Удалили часть толстой кишки. На ней, по словам Сергея Игошина, образовался гнойник. А у него уже был перитонит, гнойник на толстой кишке. Уже проел язву там. И уже все в брюшную полость шло. И гной, и содержимое вот это вот. Всех клизм, что ему ставили постоянно. Первая операция облегчила страдания Семена ненадолго. Через несколько дней состояние ребенка вновь ухудшилось. И снова реанимация. Медики нашли в брюшной полости мальчика еще один гнойник. После второго хирургического вмешательства Семен больше в себя не пришел. У него начался сепсис. Не помогло и переливание крови. Ну вот, и вот так вот он промучился до 14 числа. 14 числа он умер. 15 утром они только позвонили. Позвонили и сказали, все, приедьте в понедельник, заберите его. Потому что сегодня воскресенье, выходной, никого нету, морг не работает. Отчего и как умер сын, Игошиным не сказали. Сергей уверен, Семен погиб из-за равнодушия и непрофессионализма врачей. Мальчика можно было спасти, если бы диагноз поставили верно. Время упустили дважды, когда лечили от бронхита и когда во время первой операции не заметили второй гнойник. Он лежал не где-то там, и вовремя он был в нормальном состоянии. И две больницы, полные врачей, никто ничего не смог сделать. То есть ребенок в течение 14 дней там буквально умирает. С двух больниц туда-сюда его, как называется, отфутболивали. В Минздраве Омской области о смерти Семена Игошина знают. Говорят, что как только будет готов результат экспертизы, будет проведена внутренняя проверка. А пока обвинять врачей преждевременно.
в адрес Минздрава письменных обращений от официальных представителей ребенка и следственных органов по вопросу качества оказания медицинской помощи Егоршину Семену в детской третьей больнице не поступало. Как только перед нами следственные органы поставят вопрос о проведении внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи данному ребенку, естественно, будет проводиться наша проверка. Врачебная ошибка или такая форма течения болезни выяснят сыщики. Региональный следком по факту смерти годовалого Семена Егошина проводят проверку. Экспертиза даст ответ, почему погиб мальчик. Следователи изъяли документацию из лечебных учреждений. Данные документы переданы непосредственно судебно-медицинскую экспертизу для вывода и заключения по данному факту. А причину смерти Егошина Семена Сергеевича мы в настоящее время озвучить не можем, потому что проводится судебно-медицинская экспертиза. И даже если возбуждение уголовного дела будет отказано, семья Егошиных намерена бороться дальше. Судиться с медиками в гражданском порядке. Сейчас Сергей занят поисками адвоката. Мы будем следить за развитием этой истории. Если у вас есть проблемы, звоните в редакцию. Телефон 308-058. Попробуем разобраться вместе. И еще один годовалый ребенок пострадал в Омске, но уже в результате падения снега. На улице Котельникова с крыши трехэтажного дома на женщину с малышом в коляске упала глыба. Мальчик и его мама получили серьезные травмы, они были доставлены в больницу, но после оказания помощи отпущены домой. По предварительным данным следствия, виновные в инциденте – представители ТСЖ. У младенца зафиксированы синяки, ссадины, ушибы лица и головы. А у женщины растяжение, по предварительный диагноз, растяжение мышц шеи. Сейчас установлено, что обслуживание дома проводилось товариществом собственников жилья. Сейчас устанавливаются лица, ответственные за своевременную уборку снега с крыши. И, соответственно, лицо, которое подлежит привлечению к уголовной ответственности. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. К другим темам. Полицейские проверили стихийный рынок Ленинского округа Омска. Как мы уже рассказывали, здесь торгуют контрафактным алкоголем. Женщины продают спиртные напитки без лицензии и без акциза. Покупателей это не смущает. Люди готовы платить за алкоголь сомнительного качества. Главное, чтобы был подешевле. Место действий тоже, герои другие. На стихийной ярмарке определить торговцев контрафактным алкоголем нетрудно. Женщины стоят на углу возле забора. Товар лицом не показывают, бутылки прячут в клетчатых сумках. Конспирация не настораживает покупателей, не интересует их и происхождение горячительных напитков. Прельщает цена – 100 рублей за пол-литра. Контрольную закупку совершает эта женщина, предварительно пройдя инструктаж участкового. Покупатель протягивает 100 рублей. С купюры полицейские заранее переписали серийные номера. Как только товар оказался в руках у женщины, появляются люди в погонах. Увидев людей в форме, продавец попытался скрыться, но уйти далеко не получилось. Женщину задержали. Она не выпускала из рук сумку с товаром. По данным полиции, Амичку уже не раз привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Проведен факт реализации уголовной продукции. У вас женщина вас купила. Вот. Посмотрите. Покажите, она, да? Да. Поставьте, пожалуйста, сумку вашу. Что у вас там находится в этой сумке? 7 бутылок, 3 коньяка и 4 40-градусной. Все производство Республики Казахстан. Женщина признается, за товаром в ближнее зарубежье ездит сама. Там каждый второй готов продать алкоголь. Но вы сами из Омска или из Казахстана? Из Омска. А кто вот вам алкоголь поставляет? Там всех подряд. Но вы сами в Усть-Куль ездите? Конечно. Данное лицо будет привлечено к административной ответственности по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Статья гласит о незаконной предпринимательской деятельности. Данный материал будет набран в полном объеме, передан в мировой суд для привлечения данного лица к административной ответственности по данной статье. За данную статью предусмотрен штраф до 2000 рублей. С начала года на этой точке участковые задержали более 30 продавцов контрафактного алкоголя. В отношении всех составили административный протокол. Нарушители заплатили минимальный штраф. Сумма не превысила и 1000 рублей.
Вот и Валентина, у которой мы приобрели бутылку водки в начале месяца, на этом же месте отделалась легким испугом. Суд назначил ей наказание – штраф 600 рублей. Судя по этим кадрам, у Валентины клиентов хватает. Дневная выручка с лихвой покроет издержки. Ну и последняя на 15 суток в спецприемник. Хомячей отправили в камеры за неуплату долгов. Полиция и судебные приставы подвели итоги акции «Должник». Только за два дня мировые суды рассмотрели более 150 административных дел. 26 человек, которые вовремя не оплатили штрафы, приговорили к аресту. Более 50 хомячей пойдут на обязательные работы. С начала года к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неуплату штрафа в срок привлечено более 8 тысяч правонарушителей. Более 1000 из них назначено наказание в виде административного ареста. Около 2 тысяч назначено наказание в виде обязательных работ. На сегодня все. Горячие новости смотрите на сайте antenna7.ru и в группе «Жесть ВКонтакте». Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя.